Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все, о чем ты мечтаешь, сбудется! Давай, дорогая, не отставай, сынишка нас ждет здесь, наш ребенок длинные ноги. Да иду я, иду, не ворчи. Ну что, ребенок длинные ноги, как дела? Что ты плачешь, а? Успокойся. Так, не плачь. Мы с мамой найдем тебе новых людей, да, дорогая? Ага. Ему нужно новых людей, чтобы он с ними играл. Где мы их возьмем? Ну, я не знаю, может быть, где-нибудь в городе или в людных местах. Сынок, ребенок, а зачем тебе люди? Не скучно, я хочу играться. А знаете что? Что? Очень сильно хочется поиграться в лабиринте с людьми. Сынок, ты хочешь поиграть с людьми в лабиринте? Да, это будет весело, а сейчас мне грустно. Стой, стой, сынок. А может мы все вместе поиграем в лабиринте? Ты... Мама длинные ноги, и я, папа длинные ноги. Может, соберем людей и всей семьей длинные ноги поиграем в лабиринте? Папа, ты самый лучший! Давайте поиграем всей семьей! Семья длинные ноги в лабиринте, слышала, дорогая? Да-да-да. Прикольно звучит. Ну что, пойдемте найдем людей для нашей игры. Дорогая, веди меня куда там надо. Ну, вперед, потом налево. Ну, давай, пойдем, сынок, ребенок, мы сейчас все принесем. Спасибо. И не плачь. Слушайте, мужики. А? Вы не проголодались случаем? Проголодались. Я голодный капец. Блин, там палатку шаурмой закрыли, но я знаю, тут есть хот-доги неплохие. Может и там чё и шаурма будет. Может зайдем в хот-догерную? О, давайте попробуем на вкус и аромат, парень. О, давайте, там и цены неплохие. Так, а где она, блин, я забыл. Ну сейчас пойдемте, давайте, я знаю, где она открылась. Так, новая хот-догерная, да, ты читал в новостях, Андрюха? Угу, и знаете, потом смотрите, пойдем вот туда на чил-площадку. А, давайте потом пойдем реально куда туда. Вот на эту штуку пойдем, на чил-базу, на чил-площадку. А ты, Андрюха, куда там, блин? Давайте, я за вами, давайте бегите сюда, ёба, чё вы потерялись, что ли? Андрюха, блин, что ты угораешь? Давай уже пойдем, купим быстрее по хот-догу, ё-моё. Да это вы угораете, давайте, вот, смотрите, на Бимере владелец. О, нифига себе, там еще и санкционочка, я смотрю, Макдональдс. О, я думал, дядь Ваня, ёма. Здравствуйте, мне, пожалуйста, комбо. И второе, пацаны, вам по хот-догу. Да. А чё это ты себе санкционочку взял, а? Да я давно такое не ел, очень вкусно. Ну что, парни, как вам хот-доги? Вкусно. Вкусно, но теперь давайте на чил-зону пойдем. Давайте пойдем на эту смотровую площадку, почилим там, Бабян почитает рэп, а ты, Андрюха, бит будешь давать. Пык-пык-пык-пык, хорошо, давайте. Бабян, читай рэп. Не дошли. Да, пацаны, мы гуляем с вами вместе, мы кушаем шаурму и кушаем бургеры, это очень вкусно и аппетитно. Мы гуляем с вами вместе, иди в шаурму и сосиску в тесте, Так, Андрюха, здесь бесплатная, слышишь, смотровая площадка? Ну вообще, да, каждый желающий может прийти. А, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. В натуре, что вы делаете? Зачем ну все, заходи, Андрюха, давай мы будем бит давать, Бабян, читай рэп. Мы бандита, гангстерита, убиванта, мы стрелянта, да, Андрюха обосрал штаны. Не понял, где это, в каком месте? Ого, парни, а вот это что такое там на крыше? Да то что какая-то. Шляпа усатая, парни, смотрите. Куда он, блин? Да ты не понял, там еще сзади какая-то розовая. Ты что, рэп не попался? Парни, она меня скинула. А это что еще такое? Это кто вообще такие? Что происходит?
Ё-моё, розовая! Кто такие, блин, уходите! Ё-моё, шляпа усатая одна! Димон, Димон, братишка, вставай! Тебя чё, вырубили? Помоги! Мужики, блин! Бобби! Шляпа усатая и розовая мамаша вырубили нас! Семья какая-то. Наверное. Беспредел. Ой. Вставай! Вставай, Ержан, кто бьет меня? Да и мы свои. Ё-моё, пацаны, не признал, блин, спросони. Голова раскалывается, где мы? Да фиг его знает. Это что было? Вы видели? Шляпа усатая, какая-то с длинными ногами. И розовая, как будто девочка, тоже длинная, большая. Нас вырубили. Тут все в крови, парни, это наша кровь. Ну, я не знаю, может быть и наша. Это вы вообще посмотрите, это лабиринт, парни. Уверен? Да, мы в лабиринте, может эти монстры запихнули нас в лабиринт. Чё, Андрюха? Чё там? Смотрите, а чё это там? Блин, нифига. А это, похоже, их ребенок, тоже длинные ноги. Бабяна, почему он выглядит, как будто ты в туалет сходил? Да я не знаю. Ё-моё, давайте дальше, пацаны. А здесь... Ты что такое же, блин? Многодетная семья какая-то, блин, что делать? Там тупик, давай обратно, давай обратно. Что, блин, бодятся, что ли? Это что такое, пацаны, блин, куда мы попали? Ё-моё, надо выбираться отсюда, парни. Ага, опа. Всё в крови, смотрите-ка. О, а там путь закрыт, смотри, в натуре не пройти, похоже. А вон, налево-направо можно. Там еще один, давайте вот сюда, давай сюда. Давай. Так, здесь. Это их что, трое, что ли? Давайте прямо. Еще один. А, там еще. Быстрее! Так, парни, давайте, давайте. Еще один. Еще один, давай сюда, быстрее, бегите, пока не убили его. Давай, давай, о, выход, а походу. Посмотрите, выход. Блин, здесь это, родители, походу, идите здесь. Да, здесь. Усатая. Блин, что делать? Закинули. Закосили. Ну что ж, дорогие друзья, как вы уже догадались, сегодня мы будем выбираться из лабиринта. И вы посмотрите, здесь у нас семья длинные ноги, у нас и ребенок длинные ноги, папа длинные ноги, шляпа усатая, ну и, конечно, мама длинные ноги, друзья, тоже сегодня будет охотиться на нас в лабиринте. А я напоминаю, наша главная задача, друзья, найти выход. Выход не просто найти, у нас есть порталы, которые могут привести нас к выходу, а мы можем также еще сами найти выход своими ножками и добежать к нему. Ну и, конечно, друзья, если увидите семью длинные ноги в лабиринте, срочно бегите. Опасная семья длинные ноги охотится на нас. Ну что, пацаны, как мы будем отсюда выбираться? Что нам нужно делать? Какие у нас вообще с вами условия? Что происходит? Нас хотят убить! Бежим сюда скорее! Ну все, погнали, друзья! Наша среда начинается, и мы с пацанами бежим! Тихо, что такое? Дядя направо поворачивай! Бежим быстрее, нафиг надо! Это суетесса! Бабян, давай направо, давай сюда, Бобис! Он как собака! Цепи сорвался! Че? Ты где? А, ты наверх! Андрюха, а ты где? Я бегу, бегу к вам! Мы на вышке, Андрюха, мы на башне! Вы не меня кружили! О, смотри, Бобян, там и ребенок длинные ноги, там и мама длинные ноги, он поднимается, он меня ударил! Бобян, портал! Я спрыгнул, прыгай в портал, Бобян, выберешься! Опа! Выбрался, Бобис? Я выбрался! Да? Хорош! Андрюха, ты жив? Я умер! Я умер, на самом деле! А, ты не выбрался, Бобян? Не. Так, здесь еще порталы, прыгаю! О-о, это смерть! Здорово! Здорово, да? Ты танцуешь перед смертью? Да! О, залепило. Блин, мужики, слышите, чё? Ну, эти длинные ноги супер опасны. Да, я предлагаю бежать отсюда. Да, мы убежим вообще, как ты думаешь, Андрюха? Мне кажется, мы справимся, парни. Главное, очень быстро бежать. Ну все, погнали! Погнали, Бобян! Ребята, у нас очередной раунд. Убежать от семьи длинные ноги в лабиринте. Они охотятся на нас, а мы с пацанами не хотим быть ими охотящими. Парни. Как она страшно бежит! Бобян! Ребенок! Ой, еще один! Закинули! Ой, блин, что делать? Бобян, что делать? Они все на меня! Оу, жесть! Вот это суета. Йо, мужики, у нас какие-то большие проблемы получаются. Мы не можем сбежать от этой семейки. Я бы сказал, у нас big troubles. Нифига себе. О, вы из Англии? Да, Бобян, а ты что делаешь? Я это...
Танцую. В смысле? Давайте, побежали. Пацаны, может побежим, друзья? Как только мы забегаем в лабиринт, они активируются и бегут за нами. И это большая проблема для нас. Пацаны! Ой, там за вами бежит! О, господи! Офигеть! О, не бегай, там все в тупиках! Нет, пожалуйста, не надо! Папа, длинные ноги, пощади меня! Не надо! Меня зажало! Закинули! Ну что, парни, у нас никак не получается выбраться из этого лабиринта, все потому, что это семья Длинные Ноги, они быстрее, чем мы, но мы люди, мы умнее, чем эти монстры, надо придумать тактику, парни, и следовать нашей тактике. Ого себе, какая у нас будет тактика, бабян? Да я не знаю, бежать, наверное, надо. Ну че-то мы не успеваем, они все равно за нами, была хорошая тактика, может, на эту, на башню, из башни туда куда-то. Ой-ой-ой, там стоят. Кто? А, башня охраняется ребенком. Ё-моё, значит не получится, придется искать другой путь. Ну ладно, парни, погнали! Let's go! Как в итоге мы не шибко умнее этих монстров оказались, парни. Да в натуре, Андрюха! Они со всех сторон, беги! Как же больно, тупик! Беги, родная, там мама! Та-та-та! Вообще, это мама как скример, там салон! Что такое? Прыгай, прыгай! Нет! Ё-моё! О, портал! Андрюха умер, блин, я пробежал всех этих, блин, господи! Так, белый портал, прыгаем! О, закинули, здорово! О, салам алейкум, братишки! Малейкум, ассалам! Я блядь! Не, ну мужики, это вообще невыполнимо, мы не выберемся отсюда никогда. Это ни в какие ворота не лезет. Да. Согласен полностью, мужики. Погнали на башню, слышите? На башню? О, да, там да, никого да. Нет, можно, часовой, друзья, ушел. Попробовать на башню, реально, малой ушел. Погнали, погнали, погнали. Вперед. Бежим на башню. Давайте, друзья, надо выбраться, надо убежать из этого ада. Надо пробежать все. Аккуратно там. Давайте, пацаны. Надо бежать быстрее. Наверх. О, давай по мосту, Бобби, пока мост свободен. А ты в этот портал прыгал, да? Нет. Ага, давай пробегаем, блин. Это фейковый. А что это вы пробегаете? Я не прыгал в него. Он не прыгал. Ты зачем? Блин, Бобян, чё ж ты Андрюху подставляешь? Да ладно. Ой, снизу. Да ладно. А вон белый портал, может, туда пойдем? В белый? Давай, Бобян, Бежим, Бобян, бежим. А чё ты прямо сверху бежишь? Прыгай. Ой, блин. Чё, ты умер? Отлично, я не буду прыгать. Да прыгай, чё. Так, Бобян умер. А я буду прыгать по стенке и попробую выбраться так, друзья. Что, обезьяна? Ой, блин, в этот портал я прыгал в белый и умер. Так, Андрюха, блин, что ты обезьяничаешь? А что ты там по стенкам ходишь? Я не по стенкам, я уже в лабиринте. За мной бежит папа, длинные ноги, и ребенок, длинные ноги, и вся семья, длинные ноги. О, красный! Ё-моё, это закинули. О, здорово, смотри, о, пришел. Тут еще и ребенок. Эх, кажется мне, мои хоуми, то что выхода здесь нет все же. Ага, кажется мне, когда ты, Андрюха, по дому ходишь, так нравится мне, когда ты шоу мне приносишь. А что ты раньше про это не рассказываешь? Короче, надо бежать, пацаны, без оглядки, бежим! Куда бежим? Мы спим, да, большая секрет. Ого, там ребенок, побег! Ё-моё! Там ребенок! Он за мной! Он нас отрезал от друг друга! Пацаны, а меня отрезал папа Длинные Ноги! О, портал! Ё-моё, пацаны мечтают раскидать долги у людей в закат на новом портале! На новом портале, Бобян умирает! Бежим! Ё-моё, я, парни, все-таки добежал до вышки! Второй раз! Я тяжелый! И уже третий, с какой раз мы уже здесь? А, вот, нормально, Андрюха. Мама убивает! Ё-моё, Андрюха, беги! От мамы на ноги! Ё-моё! Ты еще живой! Жив, я тоже еще жив, Андрюха! Я жив, где, братишка? Я на второй башне, Андрюха, вон! А, это не ты! Это папы Длинные Ноги! Я пришел ко второй башне, ты там спускаешься? Да, я на второй башне, Андрюха! Дядя! Беги! Я умер! Ё-моё, красный портал! Ё-моё, белый портал! Ё-моё, в белый портал! Ну? Парни, меня убили. Чё, ты выбрался? Ё-моё! Чего? Я сдох. Ну что, мужики, как выбрались? Круто? Вообще никак, меня прямо из портала достали. Ладно, пацаны, ого, надо бежать, сломя голову. Погнали, гайз! Сломя голову, а чё голову сломя? Ломаем сломя голову. Сломаем им ноги длинные. Ох и руки, ты. И вон и ихние. Бежим, пацаны, вообще вглубь лабиринта. Ё-махо, ё-махо! Ай, капец! Парни, я уже где-то в глубине лабиринта, я уже запутался, блин! Капец, там
батя сожрал Бобби. Слышите, да. Я нашел портал красный, блин, и все. А ладно, желтый. Пойдем прыгаем. Сюда. Я боюсь прыгать, Андрюха, ну ты прыгай. А, пацаны, я нашел выход. Да как? Какой выход? Какой? Своими ножками добежал. А, за мной бежит ребенок. Я, походу, выбрался, парни, да! Хорош, это хорош. Победа, друзья, я выбрался! О, меня тут поджидают, но я добежал до выхода! Вот они, не могут здесь двигаться! И тут три спасительных портала, парни! Белый, красный и желтый! Ого! Ага, все, пацки, я выбрался! По кайфу, вот так тебе, папа, длинные ноги! Вот так тебе, ребенок, длинные ноги! Я выбрался! Ё-моё! Что делать будем, бабяк? Остались мы с тобой вдвоем, братишка. Да, в натуре, блин, я не знаю, что нам делать. А я смотрю, ты очень сильно хочешь выбраться отсюда, да? Да. Ну давай выбираться туда, пошли, побежали. Ну, побежали. Мужики, у меня тут вопросик один. Это кто говорит? Это я! Меня они превратили, блин, в одного из монстров. Теперь я папа длинные ноги, и я буду мешать вам выбираться из этого лабиринта, парни, представляете? Ого себе, то есть игра продолжается, то что ли? То есть игра начинает! Ай, что ты делаешь? Не надо, Бобби, вставай! Ах ты предатель! Вот так, пацаны, суета! Ну все, парни, бегите, даю вам 5 секунд форы! Бобян! Раз! Да. У меня есть план! Два! Ладно, хорошо, потом попробую. 3, 4, 5. Семья длинные ноги вышла погулять. Отец семейства вышел. Так, вот он, Андрюха, друзья. Вот он, Андрюха. Да иди! Одно рукой. Ага, поймай, давай. Поймай. Поймасик. Туда, о! Опа! Что, мы поймали? Схватили тебя, Андрюха! Ты что, меня прям взял? Все, схватил Андрюху, ребята. А вон Бобянчик в тупике, его мамочка грызет. Я не в тупике. Мамочка грызет Бобяна, там еще и ребеночек. Куда ты делся, Бобби? Ух, блин! Мы здесь все! Здесь нас много. А ты куда делся, Бобян? А я это самое. Портал прыгнул! Да. В натуре? Все, смерть настала. Как я ловко Андрюху-то, а? Хопа, повезло, и сожрал. Бобяк, ты где? А я вот, смотри, на его башке стою. Ого себе, давай, снимай. Ну, блин, получай. Давай, не надо, блин. Бобс. Ау. У меня супер идея. А ну. Вывести молодого из игры, знаешь как? Как? Ему можно отраву дать, колбаски пикалини, смотри. Опа, давай. Не трогайте. Откуда моего ребенка, сынуля, не ешь. Во, смотри, сейчас он соскучит, давай, ешь. Опа, одну съел, вторую съел, опачки. Так опа! Нельзя. Бежим, Бобян, твой осталось. Ё-моё, ребята, не убили ребенка длинные ноги. Ладно, я бегу за ними. Чё, Бобян? Андрюха, за нами бежит, блин. Чё ты? Бобян, догадывает, сейчас. Опа. Бобби, пикалини. Все, Бобяна съели, сейчас и Андрюху тоже съедим, сейчас мы всех найдем. А может, найдем. Ты тоже колбасок пикалини поешь, а? Нет, я не буду пикалини, я пикачу. Ой, ко мне так, мама идет. А куда делся Андрюха, блин? Куда мама он делся? Звонит. Где Андрюха? Ой. В какой стороне ты? Я тебя потерял, блин. Ого себе, ты меня потерял, что, правда? Куда Андрюха делся, ребята? Кто видит, где он? Ё-моё, где ты, блин, Андрюха, ходишь там? Опа! А? Чё ты? Портал! Какой портал? Спасительный! Какой портал? Ещё чё врёшь, блин? Да я вот реально выбрался, тут ехет написано, тут могу ворота открыть. Блин, в натуре, друзья, я там же был, он правда выбрался походу. Ёбарный бабай, ёкалэмэнэ, в натуре, блин, что ли? А вон о, он! О, прыгает, ой-ой-ой! Да, вон он у выхода, друзья, всё, Андрюха выбрался, это значит... А что это значит? Что теперь ты будешь тоже одним из монстров длинные ноги. Да на что, дядя, не надо! О, ты что делаешь? Пендаля тебе дам. О, больно. Мама, длинные ноги? Да! Как дела? Хочешь кушать? Да. У нас тут
бегает Бобис. Ну что, ребята, Андрюха стал мамочкой длинные ноги, я папочка длинные ноги, и у нас остался Робиан, которого мы сейчас отбиваем. А ну иди сюда, сынуля, сынка, опа-опа-опа-опа. Иди сюда, в норку забежал. Погнали, друзья, ну что, Бобианчик. Куда идешь? Мы идем. Пропусти даму. Да, иди, даму вперед. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Куда делся Бобиан? Еще больше секрет. Бобиан пятачок. А, я его вижу, кстати. Не видит она меня. Куда он делся? А, блин, страшно. Я не делал, Андрюх, погоди, я не вижу. Ну вот где я хожу. А, вон они где бегают, а я полулабиринт. Достань, блин, что ты делаешь? Иди, иди, гаси его, Андрюха. Давай, Дима, помощь будет, нет? Помощь будет, Андрюха, помощь стала. Или мне еще как бы себе готовить, ё-мо. Туда его, где он? О, что это? О, как тебе? Фига, смотри, где он сдох. Съели, друзья, мы Бобяна, и Бобис у нас... Это читерство. Не выбрался. Не, Бобби, пока. Это пока. Мы монстры. У-ху! Длинные ноги фэмили. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой замечательный ролик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а на этом у нас все, вас сегодня веселили Оверфон и Бобби. Всем большое спасибо за просмотр, удачи, не болейте, успехов и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Алло, чуваки.